Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ «Топ-блогер України» і я її ведучий Тарік Назалежко. Сьогодні радий у себе вітати в гостях Ольга Зубко, власниця піар-агенції, а також ведуча на телеканалі КРТ. Як неожиданно. Да. Я тебе, тепер вітаю тебе з цим. Дякую. Тепер КРТ – власник Олі Зубко, правильно я розумію? Ну, це от швиденько. Успієте приватизувати. Скажи, будь ласка, от у нас в середу виходить твоя програма. Трошечки, що це буде? Хто гость? Чому ти вирішила от займатися саме от таким, такою справою дуже цікавою, важливою? Ну, во-первых, эта программа будет называться «Перевозчик». Что я хочу донести своей программой, да, это то, что все мы одинаковые такие же люди, как депутаты, министры, блогеры, журналисты, это такие же люди, как и мы с вами, и бояться их нечего, и они могут быть настоящими. Знаете, говорят, таксисты самые осведомленные во всех людях, во всех сферах люди, да. Я решила стать таксистом, потому что таксистам доверяют все самые сокровенные тайны. Вот, например, первый у меня... Первый у меня был Макс Назаров. Спойлер, да. Да. Макс был в студии в моей на колесах, и он рассказал очень много всего интересного, но главное, он попросил не показывать это видео своей бабушке. Поэтому следите. Потому что там кофе по 104 гривны из Макдональдса. Бабушка этого не поймет. Непогано. Скажи, скільки йому обійшлося проїхатись з тобою? Тому що я розумію, що в нашому сучасному капіталістичному світі не може бути такого, щоб людина безкоштовно когось провозила. Ну, Макс Назаров. Макс Назаров, как бы, ну, проїхав безплатно, тому що він перший, да. А взагалі потім 30 гривень перший кілометр і по тарифу, в принципі. Кого ти збираєшся в наступний раз роздягнути? Чи може ти роздягнути? Слухай, ну 30 гривень за кілометр – це достатньо так. Так у мене машина багато жрет, розумієте? Ну добре, будемо сподіватися, що депутати і решта непогано заробляють. Он у Леши Гончаренко подобний формат, говорять, я у нього слямзила, це він у мене слямзил, я давно придумала просто, да. Он їздить на какой-то там старенькій Тойоті, ну, розумієте, це не то пальто. Вибач мене, він стільки років депутатом працює, там деньги возьмет, така маленька зарплатня, звідки він візьме на нормальну машину. Ну, вот, і він деньги не берет з людей, вот, а я беру 30 гривень. Супер. Вот. Кого от мрія? Мрія затягнути когось от такого, щоб просто розрив був. А та розрив буде від кожного. Посмотрите Макса, це вже розрив, да? Скоро буде Олександр Дубінський, Рабінович, куча людей буде. Ми вже з усіма договорилися, з деякими вже навіть відсняли. Хотіла президента, але тепер його не буде, к сожалению. А це ти про Мендель, да? Вона трошечки згадала тебе, коли спілкувалася з пані Верещукою, да, вона сказала... з пані Влащенко. О чому ти думаєш, о мерських виборах? Да. Мерський чоловік. Да. Вот вона вспомнила обо мені, Юлія Мендель, що я такий блогер, який їй завідує, к сожалению. Да, хочу на ее место, на место секретарши президента. Да, да. Такое классное место просто. Да, и я теперь, знаете, я с одной стороны жалею этой ситуации, что я написала этот блог, ой, этот пост о ней, да, потому что теперь окажется, что я, как это сказать, оказалось, что я не люблю секретаршу президента, и еще у меня теперь точно не будет интервью с президентом, да. А с другой стороны... Может, и записаться с паном Зеленским, но Но с другой стороны, я ни о чем не жалею, это раз, а два, она чуть-чуть вот так вот не уточнила, она сказала, что сразу после того, как она мне отказала, да, я вдруг написала о ней пост. Первое, она мне не отказывала, мне даже не ответила, и второе, как бы я о ее профессиональной деятельности писала давно, потому что это мне близко, потому что я в этом варюсь уже 10 лет, и, ну, как бы странно было бы не написать, что я думаю. В принципе, я всегда пишу то, что я думаю, и не стесняюсь это говорить людям в лицо, и ей бы сказала, а она, как она себя позиционирует в этом интервью, ничего не боится, могла бы и мне ответить, да, но, как она сказала, ей все равно, она смотрит на это с улыбкой, я абсолютно насрать, извините, да, извините, что она так сказала, да, а если бы человеку было абсолютно наплевать, то он бы, наверное, этого бы не говорил у Влащенко, правда? Я бы вам бегла 5 километров, чтобы сказать, как бы мне...
безразличный. Да, да, да. И мне очень приятно, что сам пресс-секретарь самого президента обо мне думает, ну правда же? А вот як ти ставишся до таких, ну, чутки ходять там балачки, що начебто можуть бути якісь стосунки у пана Зеленського з пані Мендель? Ну ви видели первую леди, видели пані Мендель. Я надеюсь, что нет. Ну, знаете, человека... Мы теж сподіваємося, тому що треба, щоб безпосередньо від президента був такий зразок поведінки в суспільстві, в родині і так далі. Да. Скажи, будь ласка, от коли ти знімаєш свої випуски, дороги в Києві, вони сприяють тому, щоб була така більш-менш якісна картинка? Вони сприяють більш неякісній картинці. Первое видео, экшен, да, а камера у меня без стабилизатора, поэтому все видят вот весь сок вот этих вот дорог, вот этого вот красоты. На самом деле только на YouTube появилось видео с Максом Назаровым, все сразу начали писать, что с камерой. Я говорю, при чем здесь камеры? Все вопросы кому? К Виталию Владимировичу, правильно? Правильно. А вот давай представим себе, что ты запросила Віталія Володимировича. А що ж ви представляєте? Я запросила Віталія Володимировича. Він так, да, він погоджується. І який маршрут ти б вибрала? Я знаю точно, куди б я не поїхала. На мост. Чому? Да? Говорять, що он журналістів пускають на машинах. Ну, тобто, може проїхати машина по мосту. Я б не поїхала. А Шулявський? Ні, ну як мост Віталія, як одноіменний мост. Да. Я бы не пошла туда, я бы даже не пошла туда, я туда не ходила еще ни разу. Я его обсуждаю в своих блогах издалека, я боюсь туда идти, ну, честно. Ну, він такий, він як материнська ласка, він так колише трошечки. І люди как дороги, там, в принципе, хочет, да? І хочет заспати, да, нормальное место. Нормально, да? Нормально. Ты був там, да? Да, нормально. Двічі, да. Ну, живой пришел, значит, можно ходить, да? По крайней мере, один Їздити раз. Їздити не раджу, да, відверто кажу, а так трошечки ножками пройтися, то непогано. Ну, я попробую. Віталька є ще другий міст, міст Кличко, боже мій, Шулявський міст. А, ну это тоже хороший, да. Ну туда бы я, ну я там иногда там езжу, трошки, знаете, я перед тем, как на него поднимаюсь, я вот крещусь сразу, говорю, помогите, спасите, спаси и сохрани, и еду. Вот так. Не, ну за 1 800 000 000, я думаю, цей міст має витримати всі вантажівки. І ще одне мерство Віталія Владимировича, так? Всі коментарі наші. І мерство Віталія Владимировича, ще одне хоча б. Так, ну в ітозі ми зрозуміли, що в принципі... Я за Кличка на мерських виборах. Ну скажи, а є людина, яку б ти в ніякому разі до себе машину не посадила би? От навіть тобі зателефонував би хтось і каже, Оля, так і так, є тут такий бюджетик, невеличкі там 1050. Welcome. Немає, да? А я даже не знаю, если честно, мне интересно пообщаться со всеми. Вот с представителями свободы, с Олегом Ляшко. Олег Валерьевич, пожалуйста, придите ко мне. Я вас подвезу до Чернигова, как и Юлю вы подвезли. Вот. Мне интересны все. Мне интересно, чтобы люди видели много точек зрения и выбирали, какая им дотычна. Вот, например, Леша Гончаренко, он возит только своих сопартийцев, делает для них теплую ванну. Но это некрасиво, неправильно. Я не хочу теплых ванн, я хочу трэша. Трэша. Горячую ванну, такую, чтобы людина вылезла, да, она обмылась. Да. Ну, смотря кто. То есть, Макс, он был тот, кто подходил мне по моему мировоззрению, да? Вот хочется того, кто не подходит. Вот это правда интересно. Вот ты задала зараз пана Ляшка і пані Юлії. Ми пам'ятаємо, по-перше, пам'ятаємо, що ти достатньо тривалий час працювала безпосередньо з цією людиною, з цим політиком дуже відомим, дуже, от навіть деякі люди сумують, що його немає в Верховній Раді, бо нема кому землю їсти. А зараз він з Юлією Володимирівною. Вона його підтримує, він її підтримує. Але ми згадуємо, що десь 2 роки тому там вони так розсварилися. Він казав, що вона московська зазуля, а вона на нього, що він чихуахуа. По-перше, ти задоволена, що вони знов об'єдналися якось? І що могло сприяти тому, що вони от зараз так
чудово, як родина просто їдуть. Розумієш, я от дивився це відео, це як родина. А ззаді синочок бородатий. Мати, та й дитинка бородата така, трохи така, ну, я не буду вже казати, яка... Макдональдс, на український перейшов, тебе тільки там і підаються. Вот. Ну, я скажу так, що мені по-чесно вообще абсолютно пофігу, помирились они или нет. Ну, і, естественно, это выглядит, конечно, ну, смешно, да? Но говорят, что людей объединяет горе, да? Вот они оба два сбитых летчика уже, ну если так по-честному. Они оба, наверное, люди, которые, ну вот, у них общее горе. Их все меньше и меньше с каждым годом. Вибачаюсь, я згадую там, чоловік і жінка, вони два ангели, у яких тільки по одному крилу, а коли воно об'єднається, то получиться. Ну, вони приблизно те ж саме, да? Два збитих льотчика, одне ліве крило, одне праве, вони решили, зараз хочуть зробити Боїнг. Тільки у них корпуса, у них корпуса немає, мотора від Боїнга у них вже нету, мотор вже не той. Вот, и поэтому, ну... Мотор дырявый уже. Ну, я не знаю, богатый зато, но вопрос в... Они, конечно, оба очень харизматичные лидеры, но мне кажется, что уже все, песенка спета, и какое бы горе ни объединяло, оно все равно горе. Якщо я вдвох их взяти одразу до тебе в машину, нормально буде? Нормально, вообще, без проблем. Добре, все, поговоримо. С Олегом Млечем я ездила, а с Юлей еще не ездила. Я не знаю, как она, может, она будет мне дорогу указывать. Потому что Олег Млечем очень хороший спутник, сидит, молчит, и иногда... Олю, ты не ты робишь? Там... По-інакшому треба говорити. Ну, це таке. Слухай, як ти відносишся, ну, твоє ставлення до пані Верещук? Знаєш, вона перемогла на праймеріс. Вона може навіть очолити Київ. Як ти вважаєш, по-перше, як до людини, як до політика? Як до конкурента Віталія? Я, чесно говоря, ще не розглядала її як політика, як людину так точно. Ну, смотрите, вона, як по мені, на вид канцлер Києва в юбці, да? Ну, що я можу сказати? Во-первых, я не согласна з президентом Зеленським, який сказав на праймеріс, что, значит, Ирина Верещук будет самым симпатичным кандидатом в мэры Киева. Его там подтолкнул Коля Тищенко и сказал, это сексизм, успокойтесь. Я так не считаю. Я считаю, что Дубинский симпатичный. Коля Тищенко підштовхнув, тому що це сексизм. Да, Коля Тищенко и сексизм, це дуже... Вы видели, как его попа красиво танцевала тверк? Видели? Я за такого мэра. Мені подобається, що ти кажеш на це попа, а не жопа. Ну, да, да. Ти як дівчина більш так коректно до цього ставишся. Я ж взагалі, в принципі, не із коректних, но попа виглядала хорошо. Или жопа, як вам лучше, як вам угодніше. Жопа Тищенка, попа Києву. Ну, це якби він переміг, ну ми, в принципі, розуміємо, що зараз нічого такого не буде відбуватися. Хочу тебе, ну, вже на таку не дуже веселу стезю направити. Це буде стосуватися російської мови, яку деякі депутати підтримують. Кстати, очень хочу з Максом Бужанським поговорити. Макс Бужанський. Твоє ставлення до нього взагалі? От давай так, я розумію, що по великому рахунку ти можеш зараз сказати щось добре або якусь гадость, і ця людина до тебе не прийде. Да? А я не хочу нічого говорити, нічого плохого, нічого хорошого. Я хочу йому сказати спасибо. Ну, зараз він для мене, це поки що на даний момент, вот, в зв'язку з цим законом, він для мене добрі сили партії команди Z. Да? Ну, поки що світлі сили. Спасибо йому за те, що він зробив якийсь там небольшой шаг навстречу русскому языку. Это, конечно, не то, что мы хотели, но это хотя бы звоночек к тому, что может быть лучше и вообще как бы вероятно, что в нашей стране что-то может быть, но все равно утопили, все равно затоптали ногами. И если Макс Бужанский ко мне сядет в машину, первое, о чем я его спрошу, я очень хочу пошаговую инструкцию, как из «Слуги народа» стать объектом, не объектом, а как это сказать, в общем, обитателем миротворца, потому что его вчера занесли на сайт «Миротворец». В такую лакшери-компанию, как Елена Бондаренко и же с ней. А як ти вважаєш, чому ці люди досі знаходяться в цій партії «Слуга народу»? Тому що ми бачимо, що, в принципі, вони дуже
між собою відрізняється. Ми бачимо пана Бужанського і бачимо Потураєва, яких просто демітрають. Які предложили, звіні, перебиваю Льошу Гончаренко на пост прем'єр-міністра. А цього нельзя робити. Чому? Чому цього нельзя робити? Тому що у Льоші не буде вистачати часу для того, щоб знімати свої теплі ванни. Може бути, у них бартер? Може бути, Льоша хотів прокатити Потураєва, а Потураєв його похвалив. Може, вони безплатно договорились, просто як бартер? Не знаю, странна ситуація. Ну, взагалі, ми ж прекрасно знаємо, що завжди є якісь, да, кілька лагерів. Говорили, що розбилась партія Зеленського на два лагеря, а вона розбилась в итоге на більше лагерів. Да? І там хто-то соросята, хто-то бородатої бабушки, приспешники, а хто-то вже і байденята, і ще хто-то. Да? Тобто, ну, ми хотіли самий незалежний парламент в історії України, ми його отримали. От я тебе запитував стосовно того, кого б ти посадила до себе в автівку, щоб провести з ним деяку бесіду. А ти займаєшся, у тебе піар-агенція, тобто ти безпосередньо з політиками співпрацюєш. А тут є політики, яких ти в ніякому разі не візьмеш розкручувати? Да. Да. Всегда, ну, вообще, на самом деле, у нас всегда там было какое-то условие, чтобы, ну, мы в основном занимаемся мажоритарщиками, то есть у нас там в основном партийных каких-то историй мало. И если они есть, то они в связке с какими-то еще политтехнологами. А мы занимаемся в основном мажоритарщиками. Нам было важно, чтобы мажоритарщики что-то делали, они просто сидели на своем округе. Вообще, как для меня, как по мне, депутаты-мажоритарщики — это именно те депутаты, которые могут ответить за свои слова и их выбирают хотя бы за что-то, а не просто так. Но в том плане, что изменилась выборная система и теперь мажоритарщиков нет, я и не знаю, кого выбирать. Вот, то есть я понимаю, что судят по делам, правильно? Ну вот, получается так, что теперь у нас сначала идут списки, а потом уже дела, и идут ли еще неизвестно. Вот. Ну, я не могу называть фамилии, кого мы бы точно не взяли, но если бы он сидел и пинал, извините, ну, скажи, тут нельзя говорить этого слова. Є, наприклад, люди, до яких ти нормально ставишся, ну, ти б могла б, не треба називати фамілію, ну, це в цьому ніхто не вимагає, ну, наприклад, з партії «Голос». О боже, нет, я даже не думаю, для меня это не партия, я ее называю партия «Волос», и для меня это, ну, для меня это не партия, для меня это просто какое-то, ну, это издевательство над народом, знаете, а вот этот вот великий народный артист из народного артиста превратился в народное посмешище, да, это тот, который ни разу такого не случалось, и вот опять он ушел из парламента. Добре, идемо далі, идемо далі. Європейська солідарність. Може, там десь приховалася якась людина, яку не треба називати. Ну, так просто скажи, є. Є такі, ну, в прошлом созиві є ті люди, які мені імпонувала їх точка зрення, некоторе, тобто не повністю, а щось мені імпонувала їх манера подачі матеріалу, да, і там, і в итоге, ну, как бы, кто-то из них, как я говорю, спился, к сожалению, один, да, там, вылил кучу грязи на Порошенко, а потом собрался в «За команду». Еще, ну вот есть такие персонажи, которые есть такие, в которых я разочаровалась, а есть те, которые мы работали с Европейской солидарностью, кстати, с мажоритарщиком от Европейской солидарности работали. Ну? Не в этом году, а в прошлом. Он был мажоритарщиком хорошим по Киевской области, молодец, но в этом году мы с ним не работали, поэтому он что, не прошел. Ну, в принципі, стосовно «Слуг народу», я розумію, що, в принципі, там можна знайти декілька людей, більш-менш. Ну, да, да, да. ОПЗЖ? Да. Ну, вот, ну, как-то они мне, я очень лояльно отношусь. Но я бы не сказала, что к самому ОПЗЖ, а с некоторым, к некоторым кандидатам. Потому что если говорить о оппозиционных силах, мне, конечно, если честно, если тут это можно говорить, то мне больше импонирует крыло Вилкула, моего земляка. Но, как сказать, ну, то есть... Вот некоторые такие персонажи, которые говорят, ну, печально то, что не все думают то, что говорят, как потом оказывается, да? Тот же Илья Кива, который был изначально праворадикалом или леворадикалом, как его назвать, теперь стал по-другому, да? Вот ну, сейчас мне его... Трошечки изменил свою позицию. Сейчас мне его риторика очень импонирует. Вопрос, что было до этого, и как бы забыть это... Ну, у нашего суспильства короткая медиапамять, поэтому да, мы там еще привыкли... информации достаточно багато. Да. Щоб люди да. все це забули. Як каже пані Мендель, що треба робити? Не вестись на фейки, щось таке. Ну, це на своїй беременності президента. Добре.
Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що вони нам сьогодні цікавого розкажуть. Топ-блогери України. Український парламент проголосував за проведення місцевих виборів в Україні, які повинні состоятися 25 октября. І буквально на следующий день фракція «Слуги народу» в Верховній Раді заявила, що вони готові провести праймеріз, то есть отобрать своего лучшего кандидата на пост мэра Киева. И мы знаем, что о своей готовности баллотироваться в мэры Киева заявляли Николай Тищенко, Александр Дубинский, Ирина Верещук, Александр Кочура и Дмитрий Гурин. Кстати, хочу сказать про такой интересный факт, что Центр Разумкова провел опрос и выяснилось, что если бы выборы в мэры Киева состоялись в ближайшее время, то на них безоговорочно победил бы нынешний мэр Виталий Кличко. Но вернемся к праймеризу, который провела партия «Слуги народа». Нужно отметить, что все это выглядело в форме голосования, которое проводилось в три этапа. Первый – голосует фракция. Второй – это текущая социология каждого из кандидатов. И третье – это личный выбор президента. Сразу скажу, что именно на кандидатуре Ирины Верещук лично настаивал президент Зеленский. Ну и как нам сообщили после заседания фракции «Слуги народа», именно она одержала победу во всех трех категориях, опередив шедшего вторым Александра Дубинского. Об этом объявил лично президент Зеленский, который присутствовал на этом мероприятии. Но я лично хочу остановиться на таком интересном моменте. Многие из вас видели теледебаты, в которых принимали участие два кандидата от «Слуги народа» – Дубинский и Кочура. Я сейчас не вспомню точные цифры, но, по-моему, результат был где-то 83% на 17% в пользу Дубинского. То есть превосходство было явно очевидным. Без сомнения, что Дубинский выиграл бы и у остальных представителей «Слуги народа», того же Николая Тищенко и Дмитрия Гурина. И вот тут интересно было бы посмотреть на противостояние Дубинского и Верещук. Лично мое мнение, Дубинский бы одержал уверенную победу. И скорее всего это понимали и в офисе президента. А поэтому теледебаты решили больше не проводить, опасаясь победы Дубинского. Ведь легче победителя определить, порешав этот вопрос с лояльными к президенту депутатами. Вот так на заседании фракции они все и порешали, определив большинством голосов победителя Ирину Верещук. Ну а после заседания фракции президент Зеленский, который лично присутствовал на этом мероприятии, вышел к журналистам объявить итоги праймериз. Це перший раз, коли мені не треба було нічого вирішувати. І слава Богу, я цьому дуже радий. Я дійсно підтримав рішення партії «Слуга народу». І я дійсно, чесно від себе симпатизую цьому вибору Ірині Верещук, тому у нас сьогодні і ніхто не буде сперечатися. Вот ви знаєте, що мене лично заїдает, що об Ірині Верещук говорять, мол, вона обов'язково справиться з Києвом, тому що вона вже руководила городом. Так треба розібратися, яким городом? Раворуська? Городом з населенням 8 тисяч чоловік? Ведь це просто смішно. Я вот знаєте, о чому думаю? А вообще, Ирина Верещук – это чей проект? Я почему-то больше склоняюсь, что это проект Ахметова. Это такая замена Ляшко, типа Ляшко в юбке. Такой же сельский говор, такая же манера поведения. Ну да ладно, давайте вернемся к Зеленскому. Он передал слово главе фракции «Слуги народа» Арахамії, и тот сказал следующее. За Ірину з самого початку були, тому що жінка-кандидат точно може і буде, і переможе відомого спортсмена. Чому? Тому що на ринг вони не вийдуть, фізична сила не може бути застосована, а інтелектуальна сила, ми в своєму кандидаті набагато впевненіші. І от лично моє мнення. Я категорично не согласен з мненням Арахамії. Я просто уверен, що Олександр Дубінський, вийде во второй тур виборів мера Києва, имел би більше шансів победить Віталія Кличко. Мое мнение, он бы просто выиграл у Кличко с большим преимуществом. Лично мне очень импонировали его ролики, где он называл Кличко туевым мэром и так далее. Кроме того, нужно понимать, что Дубинский, он свой, он киевлянин,
а Верещук никогда не будет для киевлян своей. Я думаю, зайти под брендом «Слуги народа», как на парламентских выборах, ей будет очень тяжело. А рассказывать, что я уже имею опыт руководителя города с населением 8 тысяч человек, это просто смешно. И при всем этом нужно учитывать, что рейтинг «Слуги народа» постоянно падает. И, скорее всего, будет падать и дальше. И это, конечно же, не сыграет на руку кандидату от этой партии. И я думаю, что киевляне в случае выхода Ирины Верещук во второй тур выборов лучше опять отдадут свой голос мэру с отбитыми мозгами, чем какому-то непонятному коту в мешке. Ну а теперь самое интересное. Давайте послушаем, какие вопросы начали задавать журналисты президенту Зеленскому после окончания этого представления. Вот скажите, вы что-то поняли с этого вопроса? Дело в том, что именно в таком виде опубликовали все украинские СМИ этот вопрос. Я очень и очень прислушивался, чтобы услышать хоть одно разборчивое слово. И услышав слово «напады» и «Анатолий Шарий», я увидел, как сразу поменялся в лице президент Зеленский. И только лишь страна UA опубликовала четкий вопрос своего журналиста. Страна UA. Ось вже місяць тривають напади на представників партії Шарія зі сторони Нацкорпусу. Пан Анатолій Шарій звинувачує в цих нападах особисто вас. Як ви реагуєте на ці напади і на те, власне, що вас в них звинувачують? Дякую. Ну а тепер скажіть, а який відповідь від президента ожидали лично ви? Я думав, що він зараз скаже, що вже зустрічався з руководителями силових структур, что дал им указание прекратить избиение мирных жителей на улицах украинских городов. Ведь это же избивает президентов. Ведь вы же помните, как Зеленский нам говорил, что каждый из вас есть президент. Но давайте послушаем, что он ответил журналистам. Не занимаюсь нападами на будь-яку партию. Я думаю, что засоби массовой информации это бачу. Знают, что у меня очень либеральное отношение до засобів массовой информации. Я, когда услышал его ответ, я вспомнил высказывание моей бабушки. Я ему про индыки, а він мені про кури дики. Вот скажите, вопрос был про его либеральное отношение к СМИ или про избиение людей на улице? Ау, Володя, ты о чем-то своем думал, когда тебе вопрос задавали? Ты не прав. Мало того, что я не нападаю ни на пана Шарія, чи там Нацкорпус, вони... Да, мало того, вони говорять про мене ті речі, які мені здається соромно говорити в принципі людині про людину. Це, скажімо так, це їх життя. Я вас слушав відповідь президента і нічого не розумів. Журналіст задав конкретний вопрос. І ми всі ждали такий же чіткий і конкретний відповідь від президента. А вместо этого я не нападаю на Нацкорпус, я не нападаю на Шарія. То, что ты не нападаешь, это понятно. Нападают другие при молчаливом наблюдении правоохранительных органов. Людей в буквальном смысле слова калечат на улицах. А президент не только не принимает никаких мер, он делает вид, что ничего не понимает. Звинувачування. Єдине, що мені здається, не дуже красиво за спробувати підвищувати собі рейтинг за рахунок мого рейтингу президента чи моєї особистості. Ах, вот оно что! То есть, когда ты говоришь о безобразиях, творящихся на улицах украинских городов, то таким способом ты повышаешь себе рейтинг за счет рейтинга президента. Ну как-то так получается. Железная логика. После такого ответа я понял, что, видимо, окружение президента держит его в какой-то информационной изоляции. А возможно, он вообще ничего не знает о том, что сейчас происходит в Украине. Блогери України. Оль, дуже дякую тобі, по-перше, за те, що ти була сьогодні в студії зі мною. По-друге, те, що ти співпрацюєш з КРТ. Ну, побачимо, може, там те, що ти на початку сказала, може і здійсниться, але я не дуже хотів би. Смотря по якому та віку. І бажаю успіхів. Тільки успіхів і якісь ще нові проекти.
От я бачу у тебе дуже багато. Я боюсь, скоро я буду на КРТ, якщо я буду сипати проектами. Добре. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ блогери України». Ми надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу дивись ТБУ. Yeah.